В Йошкар-Оле завершился региональный этап международного турнира «Локобол-2023-РЖД». В соревнованиях приняли участие 32 команды из разных городов и районов республики. За победу боролись ребята из спортивных и общеобразовательных школ, секций футбола, клубов и центров дополнительного образования. По итогам жеребьевки спортсменов поделили на 8 групп, где им предстояло встретиться друг с другом. В этом году он собрал максимальное количество для нашего региона – это 32 команды, которые представляют все, практически все муниципальные образования, города и районы Республики Мурия. Победитель данного турнира будет принимать участие в фестивале межрегионального значения, который состоится в городе Саранске в июне месяце. Победитель данного регионального этапа. Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» – это один из крупнейших проектов в истории детского футбола в России. Главным призом была путевка на следующий этап соревнований. Ее нынче получила футбольная команда «Шор-2011». Ребята прошли сложный путь и теперь представят нашу республику в Саранске.